Мероприятия, посвященные вековому юбилею республики, прошли в Сибае. Там, в городском историко-краеведческом музее, состоялся квест под названием «100 шагов назад». В игре приняли участие учащиеся средних специальных учебных заведений, а также студенты местного филиала Башгосуниверситета, которые объединились в три команды. По условиям квеста они должны были двигаться по маршруту, находя секретные коды и выполняя специальные задания. В рамках игры также состоялась блиц-викторина на знание истории Башкортостана. Этапам становления республики, а также прошлому города Сибая были посвящены и задания основного этапа квеста. В завершении каждая из команд представила свое видео и фотоотчеты о прохождении маршрута. В итоге первое место досталось коллективу педагогического факультета Сибайского института БГУ. Мероприятие было посвящено не только столетию республики, но и юбилею самого музея. В этом году исполняется 60 лет со дня его основания. Молодежь, она интересуется историей, посещает музеи и занимается исследовательской работой. Это и студенты педагогического колледжа, многопрофильного колледжа, института, медколледжа. Всегда рады их видеть в стенах нашего городского музея.